Три чоловіки загинули, ще двоє отримали травми у дорожньо-транспортному здаренні, яке відбулося сьогоднішній ночі під Новополоцьком. Під час обгону автомобіль Volkswagen Golf виїхав на полосу зустрічного руху і сутикнувся з мікроавтобусом Volkswagen Transporter. У виніку аварії обидва водителі загинули на місці. Троє пасажирів з різними травмами доставлені у Новополоцьку центральну городську больницю, де пасажирська Гольфа праз кілька годин померла. Автомобиль Volkswagen Golf двигался с Полимира в сторону Новополоцка. В нем находились три работника Полимира. Это мужчина-водитель и два пассажира, женщина и мужчина. В Volkswagen Transporter также находились три пассажира, тоже женщина и два мужчины. После совершения ДТП на месте работали сотрудники госавтоинспекции, а также следственно-оперативная группа. Все обстоятельства ДТП будут установлены в ходе проведения проверки. В настоящее время два пассажира находятся в больнице, с ними сейчас работают врачи. На место дорожно-транспортного здарения выезжал начальник областного управления ДАИ. По факте аварии проводится проверка.